В 2024 году на дорожную отрасль было выделено 23,3 миллиарда тенге. За счет выделенных средств будут охвачены строительством 16,5 километров уличных дорог и строительство одного моста, реконструкцией 3 километров и средним ремонтом 631,9 километров дорог. О проделанной работе в сфере пассажирского и транспорта и автомобильных дорог рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акимата Жамбылской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения из выделенных средств в общей сложности 2,2 миллиарда тенге будут направлены на содержание дорог местного значения и улиц населенных пунктов. Реализация данных проектов внесет огромный вклад в развитие инфраструктуры, транспортной логистики региона и улучшит передвижение местных жителей на транспорте. В целом, по итогам 2024 года планируется довести долю автодорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии. До 99%, хороший 65%, удовлетворительно 34%, а по улицам населенных пунктов до 87%, хороший 67%, удовлетворительно 20%. Всего будет реализовано 332 дорожно-ремонтных проекта, 651,4 километров дорог будут охвачены строительством и реконструкцией. В текущем году с предварительным расчетом на реализуемые локальные дорожно-ремонтные проекты необходимые запасы дорожного битума составят 30 тысяч тонн. В настоящее время на битумосберегающих складах крупных дорожных компаний области накоплено 12,3 тысяч тонн запасов. Сара Абдиева, Аделжан Салубеков, Азамат Бескенов, 77 News.